магазинах Атырау ограничили продажу куриных яиц. Теперь супермаркеты отпускают в одни руки лишь по одному десятку. В регионе работает две птицефабрики, да и они покрывают потребность в яйцах лишь на 30%. В проблеме разбиралась моя коллега Алия Жамитова. В Атырау снова дефицит продуктов. На этот раз с прилавков магазинов исчезают куриные яйца. Сеть супермаркетов «Лидер Идеал» ввела ограничения по продаже в одни руки не более 10 штук. Сами жители недоумевают от сюрпризов рынка, ведь они еще не успели отойти от сахарной лихорадки, как нагрянул дефицит яиц. Для меня покупать яйца по одному десятку очень неудобно. Придется ходить в магазин каждый день. Выгоднее брать кассетами, хватит на целую неделю. Сегодня для сдерживания цен местные власти используют средства оборотной схемы. Так, в 38 точках «Идеал-маркета» яйца доступны по цене 35,6 тенге за штуку. Это самая низкая стоимость продукта в городе. В других торговых точках цена колеблется от 40 тенге и выше. В связи с тем, что сейчас развелось очень много спекулянтов и происходит быстрая реализация яиц, продажа товара на одного человека ограничена до 10 штук. В других торговых точках такого ограничения нет. По официальным данным, до 70% яиц в Атырау завозят из Кустанайской, Аксюбинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. А потому чиновники утверждают, что причины внешние от них не зависят. Колебания цен связывают с ростом цен на ГСМ, корма, вакцину и логистические издержки. Согласно статистике, Атырау по стоимости куриных яиц занимает третье место по республике. Самые дорогие торгуются в столице и в Мангистау. Пока что социальную стоимость этого продукта в местных супермаркетах, работающих с акиматом, удается удерживать благодаря вот таким, пусть и не самым популярным мерам. Но вот как долго это будет продолжаться, не может ответить никто. Алия Жамитова, Азельхан Вахитов, Атамекен Бизнес, Атырау.